готовим черносмородиновое вино. Для этого нужно сделать дикие дрожжи. Вот набрал малины, только что пошла малина. Нынче интересно как-то. Малина только пошла. Это вот первые ягоды. Нужно спелые, но здесь всякие. А смородина уже поспела. Поэтому нужно сделать бегом-бегом дикие дрожжи. Вот здесь вот получилось. 3,5 стакана удалось набрать. А Виктория отходит. Садовая земляника, как угодно называйте. То есть здесь ягоды и сухие, оборки, в общем. Это уже последние ягоды Виктории. Вот их взяли, собрали. Ну, эти всякие чашелистики, листочки, плодоножки. Это, конечно, убрать надо. Вот. Тоже 3,5 стакана. Сейчас мы их помнем, и малину, и Викторию. Обычно я на малине делал, на одной, а тут получилось, что одной малины маловато. Разведем ее, Виктории. Если здесь где-то на малине червячки встретятся, я только что видел, не перебирать же их. Пусть сидят, ничего страшного не будет. Если где-то есть ягоды, вот как это попало, видите, с небольшой гнилью, тоже не обращайте внимания, это же вино-то лентяй делает. И начинаем. И начинаем давить малину, потом Викторию. Ну вот, малину размяли. Так, первый есть. Так, это второй пошел. Сейчас разомнем. Ну вот, второй готов. Смешиваем их. Смотри, какая красота получилась. Малиново-клубничная. Сейчас нужно добавить сахар. Меньше 2. Ну, можно 2. Стакана сахара сейчас сюда. И в банку в стеклянную. Да, я не сказал. Ягоды не мыть, не мыть, не мыть, не мыть, не мыть. Ну вот, к 7 стаканам ягод добавили около 2 стаканов сахара. Размешиваем. Вот размешали. Сейчас банку стеклянную. Ну вот ягоды с сахаром в баночке стеклянной. Хотел на 2 разделить, но пока не буду. Почему на 2? Покачану. То есть добавляю туда воды. 7 стаканов, это 3 с небольшим стакана воды сюда добавлю. Второй стакан пошел. Теплой кипяченой воды. Можно не кипяченой, не заморачивайтесь. Вино все равно получится. Так, 3 стакана. Ну и чуток 4-го. Все, готово. Взболтаем. Сейчас оденем марлю. Конечно, будет бродить, когда здесь вот подниматься придется. Все равно во вторую банку разливать. Вот, друзья, 2 баночки готовы. Разводка диких дрожжей. Будем ждать, когда она забродит. Думаю, 3-4 дня. Вообще-то такая разводка, говорят, что действительно
до 10 дней. Убираем в теплое место, где 22-24 градуса. Лето, жарко, ну, на балконе где-нибудь там внизу. День второй для закваски. Смотрим. Вот видите, какая шапочка уже. Вот. В принципе, можно и сейчас. Обычно говорят от 3 до 4 до 10 дней закваска годна. Можно уже ставить вино. Для приготовления черносмородинного вина я беру, правильно, что характерно, смородину. О, какая классная ягода. Жалко на вино даже переводить. Ну вот, ведерко почти набрал, а выход потом попозднее в этом виде расскажу. Теперь ее нужно... Из черной смородины вино получается... Хорошо, сок отдает методом подбраживания. Поэтому вот эту смородину сейчас вот измельчим на мясорубке. Потом добавим разводку диких дрожжей. И все, сок будет отделяться дня 3. Так, пошел. Берем эмалированную посуду с широким горлом. Вот такая вот у меня есть кастрюля двухведерная. Ну вот. Мезгу отправляем сюда. Мезги должно быть 6 килограммов. Процесс идет. Вот. Ягод было 6 килограммов, чтобы мезгу не взвешивать, будем примерно думать, что мезги тоже 6 килограммов. Ну и вторую порцию сюда же. Посуду взяли эмалированную широким горлом. Видите, во всяком случае у меня половина высоты где-то осталась, больше даже. Нужно, чтобы 1/3 оставалась свободно, потому что она бродить будет. Вот эта вот мезга. И чтобы из кастрюли не выливалась. Теперь мы должны долить воды. На 1 килограмм 250 грамм воды. Здесь у нас 6 килограмм мезги. Значит, мы так 4,5 литра воды должны долить. Вот как у хорошей хозяйки. Вот литровушка. Ничего не пропадает. Так и здесь берете все это хозяйство. Что у вас смородины? Ну вот, мясорубку, чашку сполоснули, литрушку вымыли. Вот сюда же сейчас добавим еще 0,5 литра воды и дрожжи. Ну, друзья, еще 0,5 литра тут. На 6 килограммов мезги 1,5 литра воды мы налили, размешали. И теперь нужно влить дикие дрожжи. Вообще, конечно, везде пишут, что дрожжи нужно отфильтровать
вот этот вот сок, получившийся от диких дрожжей, поместить сюда в ягоды. Можно делать так по науке, а можно лишний раз не возиться. Мы же все равно будем отжимать эту мезгу, сок выделять. Ну, видите, бродит. 2 дня уже бродит. Так что, если пишут, 3-4 дня должна стоять. Ну, кто хочет, пусть ставит. А я вот так вот все вместе. Раз. Видите? О, запах малиновый. А там черносмородиновый. Ой, какая красота. Вот так вот. А потом уже там поговорим о выходе. Вот видите? Закваску всю не фильтруя, тоже положили сюда. Мезгу будем, когда отжимать, так называемое прессование. Ну и это отожмется тоже. Потом к этому отпрессованному добавим еще немножко воды и смешаем с тем соком, с первым, который получился. Вот видите, какая красота. Вообще, в литературе много чего пишут. Пишут, что мясорубку перед тем, как ягоды перекручивать, нужно ошпаривать. Да плюньте вы на это, на все. Ягоды мыть. Да ягоды я бы и эту смородину не мыл, если бы несколько веток там по земле не болтались, потому что они действительно грязные. Все, тепленькой водой разбавили. 22-24 градуса. А то напишут 22. Вот прямо. И все. И выставляете также в теплое место. Сейчас закроем ее. Ну вот, накидываем ткань, завязываем ее, и все. Пусть 3 дня стоит. Каждый день помешивать будем. Выставляю на балкон. Там сейчас тепло, хорошо, но не на самое солнце, а так, чтобы градусов 23-25 было там. Ну вот, прошло 3 дня. Теперь мы должны отжать сок вот из этой мезги. Каждый по-своему делает. Кто через марлю, у кого прессователь есть. А у меня так вот просто на сито. На сито откидываем. Жмых немножко отжимаю так вот к ситечку. И сок там булькает в эту кастрюлю. Потом этот жмых беру, значит, и в отдельную кастрюлю. Потому что в отдельной кастрюле мы будем добавлять воды туда, к этому, к отжатому жмыху. И еще раз отожмем сок. Сок отожмем. Видите, какой он получается? Красивый. Сок отожмем и добавим сюда в первичный вот этот вот сок. Ну вот, прибавляется сок.
Ну вот, друзья, сок получился. Сейчас измерю, сколько его. И от этого будем считать. Ну вот, в мезгу после первого отжима, видите, сколько я влил, ну, может быть, около литра воды. Сейчас снова ее отпрессую, еще выгоню сок. Можно было, конечно, и больше, наверное, но пусть так будет. Ну вот, сок, полученный после первого отжима, и сок, полученный после второго отжима. Можно было даже больше воды. Смешиваем вместе. Вот видите, как красиво все получилось. Вот есть такая 20-литровая бутыль. Вот 3 литра в нее вошло уже. Я обычно заправляю 6 литров. Сейчас еще 3 литра загрузим. Ну вот, еще 3 литра получилось. Как раз так и думал, что будет 6 литров. Сейчас их тоже в бутыль отправляем. 20-литровую. В эту же. Ну вот, друзья, 6 литров сока добавлено. На 20-литровую бутыль больше нельзя сока добавлять, потому что нужно будет добавить воды. Из расчета 1,8 литра воды на 1 литр сока. Вот и умножаете 6 умножить на 1,8. Потом вы положите сахар. Потом сахар каждый 4, 7, 9 день. И ваше вино-то будет бродить, поэтому место нужно еще оставить на это. Ну вот, добавили на 6 литров сока 10,8 литра воды. Сейчас на 6 литров сока нужно добавить 3 килограмма 600 грамм сахара. Ну вот, процесс пошел. Это трубочка такая, вот видите. Ну вот, вино недельку постояло в холодном месте, прохладном. Сейчас его сливаем. Ничего страшного. Минус 5, минус 7 за бортом. На лоджии все равно. Оно все равно уже с градусами. Некрепленное вино. Поэтому ничего страшного, что постояло на балконе. Вот внизу там есть осадок. Поэтому сливаем аккуратно. Вот. Классно. Это ж попробовал. Классное вино, прозрачное, черносмородиновое вот это. После того, как я солью, нужно будет его закрепить. Крепить или водкой, или спиртом этиловым, пищевым. Вот здесь вот на такую, на 20-литровую бутыль, напоминаю, было 6,5 литров сока. Весь расчет от сока. Добавление сахара,
от количества сброженного сока. Добавление воды в сок, все это от количества. Также, в принципе, и крепление там спиртом или водкой тоже примерно от сока, но дело вкуса. Ну вот видите, это осадок уже. Его, безусловно, выливать нужно.